Принести пользу родной школе и подзаработать во время летних каникул могут славянские школьники. Уже не первый год на базе образовательных учреждений работают ремонтные бригады. Владимир Гуньков закончил 10 класс в школе номер 18. Эти летние каникулы он решил провести с пользой, поэтому и пошел работать в ремонтную бригаду. По словам юноши, работа в школе во время летних каникул привлекла его как возможность заработать, а заодно и пообщаться с одноклассниками. Для меня ремонтная бригада – это, скорее всего, какая-то плата в школе за то, что мы здесь учимся. И позже мы летом ее приводим в порядок, чтобы на следующий год уже прийти в чистую и готовую для будущего учебного года. Белим стены, чистим кабинеты, красим, штукатурим, очищаем территорию от мусора, убираем сорняки. Ребята работать в трудовых бригадах соглашаются охотно. Объемы и виды работ каждый день разные. Руководитель определяет, что в первую очередь необходимо сделать. Подремонтировать школьную мебель, полки для цветов, покрасить или побелить стены, либо же заняться благоустройством школьного двора. Ремонтная бригада в составе 10 человек. Это учащиеся старших классов. Есть 7-й, 8-й класс ребятишки. Работают они с 14 по 28 июня. Ну, выполняют работы по уборке помещений, выносу мусора, работы по побелке с водоэмульсионной краской. Первая смена ремонтных бригад началась с 14 июня. На сегодняшний день в школах нашего района работает 115 подростков. Всего же в период летней кампании запланировано трудоустройство 270 детей в ремонтных бригадах на базе школ. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».